С 25 по 26 сентября в Бендерах пройдет 5-й фестиваль спорта памяти заслуженного деятеля физической культуры и спорта МССР и ПМР Леонида Ивановича Перца. Соревнования будут проводиться по 12 видам спорта. Будут задействованы все спортивные школы города. Это первая школа, где у нас Суворова 42, где у нас культивируется акробатика, гимнастика. Это у нас школа борьбы. Будет самбо, и будет дзюдо, и греко-римская борьба, соревнования проводиться. Это на Шелковике будет турнир детских команд по футболу. На грибной базе будут соревноваться академисты и байдарочники. Значит, в спортивной школе, где культируются шашки, значит, по Котовскому будут играть шашисты, и по Пушкину 39 будут соревноваться шахматисты. В состязаниях примут участие приднестровские и молдавские спортсмены. Ожидается приезд гостей, среди которых сын Леонида Перца и вице-президент Федерации борьбы Израиля Соломон Столлер. Параллельно будет проходить общегородская акция «Запишись в спортивную школу». Всех бендерчан приглашают насладиться соревнованиями и выбрать вид спорта по душе.